инженер. А кто вы по профессии? Ну, кто? Гуманитарий. А? Гуманитарий. Гуманитарий? Ну, вот то, что вы гуманитарий, я уже понял, исходя вот из этой дороги. Вы либо работать научитесь, либо уходите из города Саратова и не работайте на дорогу города Саратова. Когда сделали замок вот здесь вот на Менякино и Ускурдюмской для того, чтобы примыкание асфальта обеспечить? Вчера. Вчера? А вы мне объясните, почему жители должны всю ночь стоять в пробках, все утро стоять в пробках? Ну, ответьте мне на вопрос. Пробка на сегодняшний момент от старого аэропорта до этого места. Что вам мешало сегодня днем сделать и сфрезеровать этот замок для того, чтобы люди с утра спокойно проехали на работу, чтобы вечером вчера не испытывали вот этих затруднений с движением? Вчера пробка стояла, чтобы вы понимали, от старого КП делается плавный заезд. Замок вырубается только тогда, когда к нему подходит асфальт. Поставщик с ППВ подвел, мы не успели, мы отплодировали. Слушай, да мне все равно до вашего поставщика. Мне все равно, кто у вас что здесь готовил. Вы создали неудобство для людей. Ну да, с мастерами это я сегодня поговорю. Вы же не бесплатно работаете. Ну да, согласен. Вы председатель дорожного комитета. Вы подрядная организация. Вы заказчик, он подрядчик. Мы, вы за это отвечаете. Еще раз такое повторится, я вас выгоню с работы. Ничего личного.